Собрать пакет документов, подать заявку, подготовить выступление. Представителя от Сарова молодежный парламент при законодательном собрании Нижегородской области выбирали члены молодежной палаты. Свои кандидатуры на конкурс выдвинули Тимур Лавягин и Евгений Осетров. Оба участника выступили с докладами. Сегодня на конференции выступил два кандидата. Это Тимур Лавягин, он студент Саровского политехнического техникума, учится на третьем курсе. Выступление его было коротким, но очень эмоциональным. И я бы так сказал, что с таким задором, с юношеским. Регламент конференции – 5 минут на выступление и 3 на вопросы. Вторым к трибуне поднялся Евгений Осетров. В своей речи он кратко рассказал о себе, своем видении работы в парламенте, предложил областные проекты и направления, которые можно развить на территории города. Основная роль будет заключаться в работе всей палаты. Я приезжаю, рассказываю, докладываю вам о работе молодежного парламента, какие инициативы рассматриваются. Мы с вами тоже совместно готовим эти инициативы и предлагаем уже на следующем заседании. Либо, как сейчас работа устроена, это, конечно, все в онлайн-режиме. После выступлений провели голосование. Члены палаты сошлись во мнении и все свои голоса отдали Евгению Осетрову. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.